Компания SafeBoats International получила контракт от Минобороны США на изготовление 6 патрульных катеров типа Mark VI, предназначенных для ВМС Украины. В сообщении Пентагона говорится, что катера должны быть изготовлены до марта 2025 года. Стоимость контракта составляет $84 250 000. Отметим, что это уже второй контракт на катера для Украины. В декабре 2020 года компания SafeBoats International уже получила контракт на изготовление для Украины 2 патрульных катеров Mark VI с фиксированной ценой $20 миллионов. Катера должны быть готовы к декабрю 2022 года. Контракт включает опцион на еще 2 катера. Напомним, что 17 июня 2020 года Государственный департамент США согласовал запрос Украины на продажу по программе Foreign Military Sale 16 современных патрульных катеров Mark VI и связанного с ними вооружения, а именно 32 модуля MSI Hawkeye 2, 40 орудий Mark 44 Bushmaster 2 и другое общей ориентировочной стоимостью $600 миллионов. Изначально 6 катеров Mark VI Украина должна была получить бесплатно в рамках помощи США. Но в марте 2021 года США согласовали передачу Украине в рамках материально-технической помощи 2 дополнительных катеров Mark VI, и таким образом ВМС Украины безвозмездно получит 8 катеров. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!